что это Порошенко променял на право гонщик гражданам Украины. Парламент, Кабмин, Генпрокуратура, НАБУ, госпредприятия – все это Порошенко променял на право освоить на своих предприятиях 1 миллиард долларов. Вот почему мы называем это признаками государственной измены, вот почему мы называем это внешним управлением. Теперь подробнее о том, как прокуратура разоблачала факты международной коррупции, расскажет Константин Кулик, прокурор, руководитель группы прокуроров, которые вернули Украине 1,5 миллиарда долларов, украденных Украиной Януковичем и его окружением. Вернул бюджет страны. Кроме этой группы, больше никто ничего в бюджет страны в таком объеме или даже в 10 раз меньшем не возвращал. Он единственный прокурор, который выписал подозрение Порошенко в бытность того президента. Его, как и многих следователей Генеральной прокуратуры Украины, незаконно уволили, использовав махинации с так называемым тестированием, потому что они вплотную подобрались к схемам международной коррупции. Кстати, по тестированию и по махинациям и хищению денег американских налогоплательщиков с участием отдельных представителей посольства Соединенных Штатов и Государственного департамента возбуждено или зарегистрировано уголовное производство с красивым конечным номером 444. 7 мая 2005 года. Я думаю, что общими усилиями во всем этом разберемся.